Каждый день мы постоянно сталкиваемся со стрессом. К сожалению, стресс имеет свойство накапливаться, истощая тем самым не только нашу нервную систему, но и вызывая напряжение в мышцах. Классический массаж подходит всем, начиная от представителя тяжелого физического труда, заканчивая руководителем, рабочим инструментом, который является компьютер. Перед началом процедуры специалист обговорит с вами силу нажатия, интенсивность массажа, а также участки тела, которые вы хотите проработать. После того, как цели массажа определены, терапевт выходит из помещения, чтобы клиент мог раздеться. Расслабляющая музыка и приглушенный свет поможет вам освободиться от повседневных забот и расслабиться. Общий расслабляющий массаж способствует уменьшению напряжения во всем теле. Лечебный массаж уделяет больше внимания проблемным зонам, чтобы уменьшить боль. В обоих случаях соответствующая интенсивность и сила давления выбираются вместе с клиентом. Важно помнить, что расслабляющий массаж – это не только поглаживание. Во время процедуры для расслабления глубоких слоев мышц специалист использует глубокие техники. Для разных людей комфортная сила давления тоже будет разной. Классический массаж – это не обязательно массаж всего тела. Если вы желаете уделить больше внимания пояснице, воротниковой зоне, или на протяжении всего сеанса вы хотите, чтобы массировали конкретно только спину, мы с удовольствием уделим этим зонам больше времени или ограничимся только этими участками тела. Насладитесь моментом, где не нужно будет думать о бытовых проблемах. Ждем вас на массаж!